всем дорогам освобожденной Европы люди возвращаются в свои страны, к своим домам, к своей человеческой судьбе. Красная армия спасла и вернула к жизни миллионы обреченных. Что осталось у них позади? Лагерь Бухенвальд, Бельзен, Дахау, Майданек или Треблинка? Более 5 лет Европа была гигантским концентрационным лагерем. Но самым страшным из всех лагерей был Освенцим. Город Освенцим в Польше, близ Кракова. Здесь немцы создали гигантскую опытную лабораторию фашизма, живое воплощение гитлеровского порядка. Немцы построили в Освенциме свою промышленность, огромный комбинат человекоубийства. Фашистская наука и техника продумали и оснастили этот лагерь. Все было предусмотрено, все вычерчено на планах. План лагеря. План размещения печей для сжигания трупов. 5 крематориев сжигали здесь ежедневно от 10 до 12 тысяч убитых. Германские промышленные фирмы изготовили эти чертежи машин для истребления людей. 4 миллиона человек было уничтожено в Освенциме. Лагерь полностью соответствовал чертежам. 620 бараков вмещали постоянно от 180 до 250 тысяч заключенных. Фашистские архитекторы изобрели конструкции для сараев, придумали, как сделать жилье убойным загоном для людей. Чертеж барака. И вот барак, каким застали его бойцы Красной Армии. Так люди жили. Жили, пока могли вынести это. Немцы повесили над воротами лагеря лозунг: «Работа делает свободным». Подлая умышленная издевка. Чтоб не оставалось сомнений в характере фашистской свободы, лагерь окружал двойной ряд проволочных ограждений. Ток высокого напряжения был пропущен сквозь проволоку. Система регуляторов и сигналов сходилась к особому пульту управления. За проволокой начинался мир мертвецов и обреченных. Люди жили здесь отрешенные от всего, в оцепенении ужаса и муки. Елена Яблунская, 73 лет. Станислава Кшечковская, 54 лет. Олимпия Прусиновская, 65 лет. Зачем понадобилась их жизнь фашистским убийцам? В лагере найдены фотографии тех, кого немцы приводили в Освенцим. Такими они приходили сюда со всех концов Европы. Поляки, чехи, венгры, евреи, французы, сербы, румыны, бельгийцы. Такими их нашла Красная Армия. Советские бойцы, изгнавшие немцев из Освенцима, сказали этим людям: «Выходите, вы свободны, свободны навсегда». Они не сразу поняли, они не могли идти. Быть может, это немощные старики? Это глубокий старик, но ему только 42 года. Не доверяя самим себе, они выходили на свободу. Баяна Таус из Югославии, маленькая Катерина Берг из Чехословакии.
Врачи советских госпиталей помогали тем, кто уже не мог ходить без посторонней помощи. Многих приходилось выносить. ...2819 узников освободила из лагеря Красная Армия. Среди освобожденных находилась семья члена югославского правительства доктора Анте Мандича. 8 месяцев пробыли Ольга, Неванка и Олег Мандич в Освенцимском аду. Только чудом спаслись они от смерти. Из всех бараков выходили заключенные. Все освобожденные прежде всего нуждались в медицинской помощи. Их направили в советские госпитали. Катерина Унгар не дожила несколько часов до освобождения. Немцы застрелили ее при своем бегстве. Отступая, гитлеровцы увели с собой из Освенцима около 58 тысяч заключенных. Среди 2819 спасенных Красной Армией было 180 детей. 52 из них не было еще 8 лет. Как могли они уцелеть в этом аду? Дети были оставлены для опытов. Как мыши и кролики, они служили для медицинских экспериментов лагерных врачей. Фашистские палачи с медицинскими дипломами отбирали среди детей только особые категории. Все, кого вы видите, оставшихся в живых, это близнецы. Доктору Шмидту и доктору Менгел нужны были для опытов только близнецы. Остальные уничтожались. У них нет имен и фамилий. Только номера, выжженные, вытравленные на детских ручонках. Теперь они вспомнят свои имена. Они уходят в жизнь. Лагерь опустел. Но остались неизгладимые следы гитлеровских зверств. Они уличают. Вот печь. Здесь сжигали людей. Немцы перед бегством пытались уничтожить улики, все свое палаческое хозяйство. Они слишком торопились. Остались следы убийств. Осталась кухня людоедов. За герметической дверью с глазком была камера удушения газом. Отравляющее вещество циклон для удушения. Палачи надевали специальные противогазы при обращении с циклоном. Яды для вспрыскивания в сердце. Сама земля свидетельствует и обвиняет. Специальная комиссия выясняет, где немцы скрыли следы злодеяний. И вот обнаружены тайники.
Земля раскрылась. Эти люди не задушены, не сожжены. Они уморены. Голод убил их. Голод был одновременно орудием пытки и орудием убийства. Здесь находился особый блок пыток. Во дворе стояла виселица, усовершенствованная немецкими изобретателями. Люди в каторжных одеждах, крупнейшие ученые Европы, бывшие узниками Освенцима. Профессор Анри Лимузен читал лекции в Клермон-Ферранском университете во Франции. Профессор Бертольд Эпштейн был руководителем детской клиники Пражского университета. Профессор Пауло Геза Мансфельд, член Венгерской академии. Доктор Бруно Сигизмунд Фишер, невропатолог из Праги. Гитлеровцы уничтожали интеллигенцию Европы. Конвейер смерти не имел отходов. Перед убийством у женщин срезали волосы. Вот лежат горы женских волос. Здесь они сложены в тюки. 28 кило, 22 кило. Сырье для немецкого текстиля. 7000 кило волос. Памятник 140 тысячам убитых женщин. Убийцы торговали мертвечиной. Мололи человеческие кости на удобрение для фирмы Штрем. Волосы продавали на ткацкие фабрики и в матрацные мастерские. Еще один цех в этом промышленном производстве. Дантисты вырывали у трупов челюсти для того, чтобы снять с них золотые коронки. 35 складов хранили добычу палачей. Склад очков. Если даже каждый десятый убитый носил очки, то сколько же было убитых? Склад белья и платья. Кому-то в Германии предназначались эти распашонки с убитых детей. Это детское платьице, эти груды белья. 514 843 комплекта детского, женского и мужского платья. Это обувь. 43 525 пар. Даже старые зубные щетки и щетки для одежды и кисточки для бритья и чемоданы с ярлычками со всех стран света. Из Польши, Венгрии, Франции, Чехословакии, Голландии, Греции, Бельгии. Немцы многое взорвали, сожгли, отослали вглубь Германии. Но страшные улики глядят на них с каждой пяди Освенцимской земли. Счет за 4 миллиона человеческих жизней поднят отсюда руками живых и мертвецов.
Последний долг был отдан жертвам фашистских убийц. Отсюда прах мучеников будет вечно стучать в сердца народов. Помни! Был отдан последний долг погибшим. Нужно было спасать оставшихся в живых. Врачи в госпиталях Красной Армии вели борьбу за жизнь спасенных. Это была трудная борьба. Перед ними были люди, доведенные до последней степени истощения, как Симон Апель из Румынии. У детей были отморожены ноги. Немцы их заставляли стоять босиком на морозе по 12 часов. Молодость была молодостью, детство детством. Фашисты не пощадили никого, даже грудных детей. Нужно вернуть их к жизни. Эту чешскую девочку немцы в декабре поставили разутую на морозе с утра до вечера за то, что она не выполнила нормы по плетению веревок. Спасти, поднять на ноги ее и вот этого чеха Павла Шапса. Над этими молодыми людьми фашистские врачи производили опыты стерилизации различными способами. Этой женщине они впрыскивали в вену ядовитые вещества. Венгру Шпау и французу Борди немецкие врачи искусственно прививали язвы. Мальчик Бренкель из Венгрии поделился в лагере куском хлеба с голодной соседкой. Эсэсовец выстрелил ему в голову. Вглядитесь в них. Запомните, убийца Сел. Эсэсовский оберштурмфюрер, начальник лагерных работ. Палач Берр, начальник лагеря в Освенциме. Они должны ответить за 4 миллиона загубленных жизней.